Хочу вас познакомить с Гротой Сольной. Таких мест в Кракове несколько, достаточно много, я бы сказала. Одна из них находится на улице Шуварова, 4. Ну, здесь не только Грота Сольная, здесь и фитнес, там еще что-то. Я оставлю информацию под видео, и там на сайте можно будет посмотреть, что здесь еще есть и сколько стоит час пребывания в этой Гроте Сольной. Там расценки разные, есть и корнеты, ну, интересно, можно прийти, там играть такая спокойная мелодия, можно прийти с детками, здесь он есть и как песочница такая, и игрушки для деток. И дело в том, что мы когда-то с детьми были в одной Гроте Сольной, там песок был мельче, чем здесь крупней. И там обязательно надо было приходить в белых носках или там купить. А здесь нам предложили бахилы или тапочки у них. Ну, мы переобулись в тапочки и сидели, отдыхали, дышали солью, получали удовольствие. Поэтому я советовала, рекомендовала бы такое место, если вы хотите там какую-то профилактику для здоровья, подышать солью, то ищите, где ближе к вам, но те, кто живут на Ручае, могут приходить сюда. Здесь неплохо. Ну, мне понравилось.